Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект Partronica от компании Park City, модель Riga Silver. Датчики серебристые в данном комплекте идут. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри вот так вот все упаковано. Здесь у нас находится инструкция со схемами подключения и характеристиками. Центральный блок управления. Крепится он на двухстороннем скотче. Дисплей довольно-таки большой. Также на двухстороннем скотче он устанавливается. Стяжки для монтажа. Фреза. Провод подключения питания. Питание подключается сугубо 12 вольт. Удлинители для датчиков. Размерная линейка, с помощью которой вырезаются посадочные места в бампере для датчиков. И также сами датчики в серебристом цвете. Сейчас на примере одного датчика мы подключим его к центральному блоку управления. Все подключается очень просто. Теперь подключаем монитор и провод питания. Нам осталось подключить питание 12 вольт, и визуально мы посмотрим, как будут срабатывать данные партроники. Подключили питание к данному партронику. Видим, как срабатывает на препятствие. То есть по центру у нас показано расстояние к препятствию и с какой стороны срабатывает партроник. Звук можно включить и выключить. В данном случае у нас звук отключен. Переключение производится переключателем с верхней части монитора. При покупке на комплект данного партроника обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.